Придется перемещаться сейчас в убежище. Посмотрю, что там за задание еще. Там еще одно у нас задание есть. В красных тонах. Добраться надо. Может, я просто сейчас не так сконцентрированная. Немного размещала. Сейчас больше расслаблена. Бывает, само собой проходится легко, случайно не понимаешь когда. Но больше, когда я сконцентрирован, у меня реакция лучше. Может, поэтому не могу закрыть сейчас. Разрыв. Ну, можно прокачаться в любом случае потом. Закроем. Ну, тут рядом с лагерем. Соберем добычу. После каждой такой схватки у нас автоматическое сохранение. Корень, оказывается, есть. Там, где у нас разрыв последний был. А, нет. Ну да. Там сундук еще. С припасами. Но после того, как его закроем, там будем все осматривать. Я сейчас туда не подберусь, потому что иначе... Активирую разрыв. Пополнили запас припасы. Что у нас? Ладно, идем дальше. Далеко идем? Да нет. Может, не очень близко. Давайте. Залазим на коня. Где-то вот тут у нас что-то есть. Наверное, третий раз уже сюда приезжает тайник. Искать мне иногда проблемы с звуком. Так, в красных тонах. Видите, с опозданием, это не потому, что я неправильно смонтировала. Да, потому что резко, когда кто-то на нас нападает, не сразу же вот эти вот эффекты способностей магии выстрелов сопровождаются звуком. То у меня здесь почему-то так. Интересно, если мы туда пойдем, то инквизиция это пригодится. Пригодится. Тулийского корня полна. Да, мы тут ориентир устанавливали.
Могу соло с нами не бегать, но я все равно думаю о его броне дурацкой. Нужно будет его переодеть. А, смотрите-ка, они у нас прокачаны. Наконец-то, до 10 уровня. Вен у нас. Автоматически появляется при тяжелом ранении, точно. Вен, тут есть шмот. Просто посмотрим. Топор какой-то. Ручная, что ли? Вен. Вот. Я сейчас уже зашла смотреть, куда. А звуковые эффекты по прокачке навыков только сейчас активировались. Вообще посмотрю, как это на солосе. Мне нравится на Вивьен тоже. А, Блэквелл, Блэквелл. Протесы тоже. Нравится мне его шлем. У меня есть еще очень классный шлем для стража. Ну, в принципе, Вайн может его одеть. Обязательно Блэквелл. Но там лица не видно. Блэквеллу мне нравится оригинальный его шлем. Дракон, это что такое? Подумал, что может типа знака, руны. Нет, не пропускаем эльфийский корень. Я так много денег потратил, чтобы его купить. Дешево это все стоит. И хватает на раз-два, на несколько схваток. Потому что везде нужен этот эльфийский корень. Бомбам помимо кровавого лотоса тоже. Потом если он рядом, то я его собираю. Сейчас идем в красных тонах. Посмотрим, кто там у нас красный лиром охраняет. Надеюсь, Редклифф не активируется. Потому что я хочу переместиться в убежище. Вот здесь много драконьего камня. Там у нас дракон, я туда не иду. Ну ладно. Давно не занималась сбором. У меня просто памяти не хватает. И не всегда получается поиграть. Поэтому мне хочется больше поиграть, чем заниматься сбором. Но без сбора тут заявки. Там крафтить, если оружие, доспехи. Поэтому лучше, конечно, собрать по ходу, раз это рядом с нами. Потом специально идти заниматься сбором. А тут как бы два в одном. Менее, как это назвать, там однотипное занятие. Кто собирал ягоды, тот знает, может быть, кто кого-то вдохновляет собирать спелую землянику, там чернику, полянику, или кто там зачем ходит, ежевику. Ежевика там за рекой растет. Вот тоже выборочное занятие. Но бывает вдохновение собирать землянику. Но на пекле
соберешь ведерко, и желание сразу же пропадает. После этого вдохновения. Я почему-то вспомнила собирание черной смородины. Ее очень много. Бывает, заняться нечем, если на даче. Почему бы и нет? Вот. Но после одного куста и одного ведра желание собирать пропадает. Поэтому... Не знаю, почему-то я это вспомнила. Сейчас настали ставки командования. Я хочу посмотреть еще одно задание. Написано уровень с 4 по 7. Давно уже пора, наверное, выполнить. Давайте посмотрим, что у нас там. Настали ставки командования. Сейчас примем отчет и переместимся. Так, отчитывайтесь, давайте. Я понимаю, именно вас я должна поблагодарить за внезапное появление свидетельства родословной Жанны Гаспара. Любовная поэзия Серого Стража нас весьма впечатлила. Что примечательно, руны по происхождению принадлежат Аламари, племенам, населявших Ферлден почти 1000 лет назад. Что еще любопытнее, ни одна из рун не переводится непосредственно. Они представляют собой сплошной язык загадок. Как согласно переводчикам, руна Страж может означать также остров возле северного побережья. Руны Аламари, обнаруженные в пещере возле убежища, наконец раскрыли один из своих секретов, и он касается крупного острова северного побережья Ферлдена. Этот остров довольно большой, покрыт густым лесом. Уровень от 4 до 7. Десяти знатных родов хватит, чтобы убедить храмовников закрыть брешь. При поддержке дворян инквизиции может отправиться в цитадель. Сейчас сходим туда. Храмовники должны помочь нам закрыть брешь. Орден же был создан, чтобы вести бой с магией. Сначала мы должны убедить лорда-искателя вывести храмовников из заточения. Мы получили весть от своего человека среди рыцарей. Она уже много лет как пустует. Чтобы что-то понять, мы должны выйти на лорда-искателя. Тогда сможем спросить его самого. Они нам не помогут, это сразу видно. Он не в себе. Четко обозначил, что второстепенно люди его не интересуют. Значит, нужно переменить его мнение насчет вас. Если лорду-искателю так важен статус, то инквизиция выйдет на него после того, как вступит в союз с самым знатным домами Орлея. Они придут в Теренфаль вместе с нами и потребуют помощи храмовников. Думаете, это сработает? Даже лорду-искателю будет сложно проигнорировать толпу знати у себя на пороге. Но особенно с вестницей Андрасте во главе. Мне кажется, он сейчас далек от этого всего.
Он публично ударил кулаком мать, настоятельницу какую-то из их церкви. Ему все равно, что о нем подумают. Он сейчас готов творить, мне кажется, все, что ему выгодно, чтобы храмовники оставались верны ему. Мне потребуется красота и победная улыбка. Слухи о том, что вас вывело из тени сама Андрасля, очень популярны среди храмовников. В частности, и мы об этом позаботились. С вестницей, у которой мало союзников, можно не считаться, но когда эта вестница вернется с поддержкой знати, отношение изменится. Как мне, так и политическому весу инквизиции. Хотите, чтобы я представлялась вестницей Андраста? Нам известна позиция лорда-искателя, но также нам известно, что многие храмовники верят в вас. Это может заставить его передумать. При всем уважении, после того, что лорд-искатель учинил Валрайо, он может хоть подавиться. Сам лорд-искатель нам не нужен. Нам нужны его храмовники, согласен он на это или нет. Брешь не будет ждать, пока мы уладим все наши разногласия. У меня хорошие новости. Несколько знатных фамилий Орлея обратятся к храмовникам с прошением о помощи закрыть брешь. К вам непременно обратится лорд Абернаш. Не подписывайте ничего. Надеюсь, он знает настроение лорда-искателя. Согласие лорда-искателя, храмовники ни на что не пойдут и не примкнут к нам. Лилиана Жозефина, не покладая рук, пытается не кнутом, так пряником перетянуть на свою сторону самых влиятельных орлесянских дворян. В общем, они здесь обозначили свою позицию, все рассказали. С 4 по 7 уровень, но мы уже превысили уровень свой. Хочу взять Блэквелла с собой. Я просто думаю, вдруг я не закрою Солоса. Что-то я привыкла уже к этой компании. С Солосом у нас нет пока взаимоотношений. Можно будет им прокачать магию холода. Пока что не сильно критично. А можно было его взять, посмотреть на реакцию, да? Но я подстраховалась на тот счет, что закрывать брешь будем с кем. Вестница Андраста. Я лорд Эсмераль Абернаш. Очень рад быть здесь. Все это напоминает мне второй разгон сопротивления в Идолах. И леди Вивьен здесь. Мы с вами встречались на летнем балу. Герцог представлял нас друг другу. Совершенно верно, нашу встречу было бы трудно забыть. Лорд-искатель собирается выслушать наши прошения насчет закрытия бреши. Заслуга нашего союза с Инквизицией. Обратите внимание, 10 орлесянских домов на вашей стороне. Приберегите речи для лорда-искателя. Давайте без речей. Просто обеспечьте мне возможность попросить храмовников о помощи в закрытии бреши. Церемониал важен, вестница. К слову, вы не поделитесь с нами, чем так привлекли их внимание? Если вы сами не скажете, то пойдут слухи. Что вы имеете в виду? Лорд-искатель готов принять нас лишь после того, как поприветствует первую персону Инквизиции. Что удивительно, учитывая вашу размолвку с Валрайо. Готов их принять после того, как нас поприветствует. Да, это же какая-то хитрость. Наверное, это засада. Лорд-искатель мог так выделить Инквизицию и не из хорошего уважения, лорд Абернаш. Встреча и встреча. Добейтесь его благосклонности, попытайтесь извлечь из этого выгоду.
Вот мы и на месте, цитадель Теренфаль. Тут можно держать оборону от целой армии, если таковая бы имелась. Кажется, кого-то послали вас встречать. Довольно внезапно лорд Искатель сменил гнев на милость. Ему это может надеяться, что ты спасешь его. Мне кажется, тут какая-то хитрость есть. Он переменился, потому что здесь так много важных господ. Смотрите-ка, была реплика по поводу Вивьен. Все цивильно оделись. Даже сэра, в отличие от нас, дикаря. Эльфийского дикаря. Поднимали ли вы взор на небо, сэр рыцарь, конечно. Разве орден ваш не клялся бороться с любой ритической магией? Раз так, если храмовники не закроют брешь, то вас самих следует судить. Императрица Орлея, чудная женщина, всегда прислушивается к своему двору. Так я думаю, мы с тобой можем поговорить, а нет, мы просто послушали. Даже что-то есть. Просто думаю, может, перед этим надо со всеми поговорить, но нет. Сложенное письмо. Я так рад, что вы присоединились к нам. В последнюю нашу встречу мы наговорили друг другу столько всего ужасного, что мне до сих пор больно вспоминать. Храмовники в цитадели Теренфаль – живой пример того, что бывает, когда гнев берет верх над здравым смыслом. Только представьте себе, как зверства творят отступники, пока они тут болтаются без дела. Церковь потеряла над ними контроль, друг мой. Мы должны воззвать к рассудку этих заблудших рыцарей. Если вы не против, давайте встретимся. Хотел бы принести вам свои извинения, чтобы мы смогли ставить наши разногласия в прошлом. Да с кем-то мы не сошлись во мнениях. Но не всегда может быть скрытной. Гляньте, сплошные рюши да валаны. Чуть махнем. Где их носит? Рюши да валаны. Извините, леди. Графиня, миледи, это правда, что вестница Андрасна скоро будет тут? Или она уже прибыла? Я уже тут и рада приветствовать вас от лица Инквизиции. Мы не привыкли видеть тут магов, особенно таких, которые нам рады. Should I worry? If Andraste has chosen you as her herald, I am sure she made no mistake. Cheer the bear, by the maker, I haven't seen you in months.
Not enough hunting in your forest, Esmeral. Give the balls time to recover. In that case, let's celebrate collaring these Templars by raiding my cellar. Some nice Tevinter whites this season. They'll be well earned. I never thought the Lord Seeker would throw his weight into the game. Think he does. Of course. This isn't some religious peak. The man meant to draw us out. Why drag his Templars to this rock if not to wring out some concessions? You know these charming types. Tricky to nail down sometimes. Почему их удивляет, что лорд искатель пришел сюда вообще? С нами разговаривать будет. Может, перед катсценой ее переодеть, она у нас такой дикарь. Перед вами рыцарь храмовник сэр Делрин Баррис, второй сын бана Джеврина Барриса из Форлдена, а мы его видели, он был как раз, когда ударили. Валрайо Сулбарис, могу я взять на себя час? Это я передал сообщение Калуну. Он говорил, что инквизиция хочет закрыть брешь, завесу. Я ждал, что вы приведете с собой такую благородную компанию. Владение у семьи посредственное, да еще второй сын. Это обещание статуса привлекло внимание лорда-искателя, немыслимо. Небо сгорает от магии, а он ничего не предпринимает, пока не возникают эти ваши друзья. Лорд-искатель понимает, что у нас над головой прореха в тени. Да или нет? Командир говорит, что он рассматривает ситуацию. Один создатель знает как. В том, что творит лорд-искатель, нет смысла. Пообещал установить честь ордена, а потом отвел нас сюда. Храмовники должны знать свой долг. Вовремя сказано. Поздравляю. Расположите к себе лорда-искателя, и все трудоспособные рыцари помогут инквизиции закрыть брешь. Если вы согласны с нами, оставьте лорда-искателя, помогите нам сейчас. Мы не можем нарушить указания, пока что офицеры, выжившие на конклаве. Слишком многое нам приходится терпеть после этого позора в Валрайо. Суть ордена меняется от дня ко дню. Не заставляйте старших ждать, Баррис. Лорд-искатель, есть просьба к вам перед личной встречей. These are the standards, an honored rite centered on the people, the Maker, and the Order. The Lord Seeker asks that you perform the rite so he may see the order in which you honor them. What if I fail? Well, there's no correct answer. The ritual simply shows Watchers who you are and what you value. We'd be honored, if that's what the Lord Seeker asks of the Inquisition. Not the Inquisition. The Lord Seeker changed everything to meet you. Not the Inquisition, you. By name. Why? I don't know. He's been fixated on you ever since your horde of nobles arrived. The Lord Seeker makes us shuffle flags around. Вот искатель хочет, чтобы ворочали флаги. Вот еще давайте уже встретимся с ним. Вообще-то, похоже на дворец сивой кобылы. Либо на ловушку, либо... Лорд Искатель откладывает события, Баррис. Это не нас к нему. Lord Seeker's request about the rituals was... Bullshit, my servants might say. Making you, and by extension me, do this busy work. Right. The Lord Seeker can deal with this. Follow me. Блин, а можно было ритуал пройти, а потом к нему все равно нас отвели, да? Я просто думала, что... Мы начнем проходить этот тест, этот ритуал, то сработает ловушка какая-то, подготовленная лордом-искателем.
Но это необходимо, знаете ли. Без веры вы не рыцарь, а рыцарь-капитан. Вы ожидали лорда-искателя? Он прислал меня умереть за вас. С ним что-то не так. Красные хромовники? Рыцарь-капитан Денем. Я привел с собой представителя Инквизиции. Лорд-искатель не примет их? Так вот она, вестница перемен, главная причина нашей спешки. Верно ли мне показалось, что рыцарь-капитан знал о лучшие времена? Я пытался подготовить нас, думал, что знаю как. Должен знать, что происходит. Вы должны были измениться, все до единого, а теперь нам придется избавиться от слишком много рассуждающих рыцарей. Рыцарь-капитан жив? Едва дышит, если у вас есть исцеляющий эликсир, может выжить, только заслуживает ли? Пока что вылечим его. Когда найдем, кому он подчинялся, тогда и будем судить. Пока что вылечим его, ага. Согласен. Красные храмовники это были, да? Сам он не пришел, ловушку нам подготовил. Его напрягает, что у нас столько внимания. Влияния не так много, но все-таки оно есть. А там еще кто-то остался.
Сейчас мне Вивен поможет. Куда это он убежал? Подождите, давайте сначала этого. Сейчас с этим разберемся. Один убежал. Про какой ключ он говорил? Мы вроде все собрали. Кто не с нами, тот против нас. Перед разговором он ясно выразился. Один сбежал. Вивьен всех замораживает. А тут добыча. Я тут продала, побегала по убежищу, там пока ничего нового. Только продала самую стрёмную броню, которую я не собираюсь таскать. Приказы. Рыцарь-капитан Сигрик, я отдал четкие распоряжения. Рыцари должны оставаться в нижних казармах, пока офицеры планируют следующую операцию. Понебратских отношений с подчиненными я не потерплю. Честь нашего ордена и без того достаточно пострадала. В цитадели Теринфаль мы вновь обретем цель. Направьте нарушителей ко мне для выдачи наказания. Продлите тренировки на час. Мы должны готовить рыцаря к тому, что ждет впереди. Лорд-искатель, лицеист Корин. Мне нравится вот этот храмовник. Хорошо, если бы его можно было с нами брать в напарники. Я еще на него обратила внимание, когда он пришел вместе с лордом-искателем. Там двери не было? В самом начале. А нет, была. Чтобы не возвращаться, ее нужно проверять? Не подается, забаррикадировано с другой стороны. Так, ну нам как раз по уровню подходит самое то. Тут некоторые 10-го. Ревьен, по-моему, еще 9-го, да? А нет, она 10-го. А, они все до 10-го у меня прокачались. Окей, молодцы, наконец-то. Так, сэра. Разбойника надо брать обязательно. Не было бы разбойника, мы бы не открыли эти двери. Ну, в любом случае у нас Варик разбойник и Сера тоже разбойница. Они так часто зависают.
Даже если не замороженные, просто тупят. Так, ивент вперед идет. Подготовьте их, приведите их ко мне. Это лорд-искатель? Что за хрень, я слышал, как дерутся. Внутренний двор. Подожди. Забраться наверх. Можно сверху это сделать. Show me what you are. Надо, наверное, барьер поставить. А почему вы обе спустились-то? Добей кого-нибудь там. Блин, Сэра сейчас погибнет. Почему ты не становишься невидимым слишком... А, вот невидимый, типа, да? Вивиан, не погибай, смотри. Ты спустилась? Я ведь хотела, чтобы ты была заморожена. Смотрите, какая броня у этого Блэквелла. Долго держится. Это за счет эликсира. Помимо этого... Я сейчас не могу, ладно, потом покажу. Красным лириумом заправляются. Так, кто там еще? Еще остался один. Блэквелл помогает. Блэквелл вообще просто танк.
Он с таким, как за каменной стеной, реально. Если выбирать не сердцем, а логикой, я выбрала бы это. Как мужчину, тем более он очень открыт. Ну, он не открыт, он сначала закрыт, а потом, когда он вступает в Инквизицию, он сам, мне кажется, больше всех проявляет интерес к леди Инквизитору. Очень благородный. Фига вас тут много. Вот так вот ваши храмовники поступили. Ну что там? Хороший бой. Понять не могу, что случилось. Все офицеры стали такими. Да, красный лириум это. Мы не взяли с собой Варика, да? Он бы вам сказал, что это такое. И Кассандру мы не взяли. Блэквелл лучше сражается, чем Кассандра. Блэквелл... Ну я Блэквелла прокачала, ему дала столько аксессуаров, связанные со здоровьем. Просто гора. Скверна в крови одолевает меня. Что не болит, то отмерла. В голове туман, но ученый во мне не может не писать признаки. И ощущение тела распадается. Первыми выпадают ногти. Все чешется, когда я чешусь, кожа облезает, волосы лезут клочьями. В голове звучит песня, оглушает. И красивое всего, что я слышал, но слышу я и не ушами. Красный лириум похож на морок. Ну, вызывает как галлюцинации какие-то. Человек не может собраться ни в себе. А у вас так не получается, как у меня. Тоже хотели так перепрыгнуть, а у них так не получается, как у меня. Мы закончили все лечилки. У меня тоже бывают мигрени, но все. Но все, кто на красном, говорит, что со временем это проходит. В ближайшее время ты почувствуешь себя сильнее. Но он их просто как пушечное мясо использовал. Сам-то он красный лириум по-любому бы пить не стал. Он знает, что от него сходит с ума. Ему просто нужны верные псы. Вчера во время учебного боя я держал верх над сержантом Поля 2 раза. У него было такое лицо. Я слышал всем, кто принимает красный лириум, собирается увеличить дозы. Короче, наркоманы. С подчиненной волей, на них как-то можно воздействовать. И он понял, из-за того, что они ему верны, на красном лириуме они выполняют то, что выгодно ему. Давай завтра вместе поупражняемся, мне нужно потренироваться с кем-то своего уровня. Вот, мы что, внизу что-то пропустили? А, там еще один сундук, да? У меня лечилки закончились, но мы здесь не одни, нам еще помогает храмовник. Не знаю, насколько долго это задание.